Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2, урок 32. Вычисли, используя связь умножения и деления, нарисуй в тетради схему и сделай вывод. 7. Разделить на 7 равно 1. Так как 1 умноженное на 7 равно 7, 9 разделить на 9 равно 1, так как 1 умноженное на 9 равно 9, 4 разделить на 4 равно 1, так как 1 умноженное на 4 равно 4, а разделить на а равно 1, так как 1 умноженное на а равен а. Схема. Вторая таблица. 5 разделить на 1 равно 5. Так как 5 умноженное на 1 равно 5. 8 разделить на 1 равно 1. Так как 8 умножить на 1 равно 8. 3 разделить на 1 равно 3. Так как 3 умножить на 1 равно 3. А разделить на 1 равно а, так как а умноженное на 1 равно а. И третья таблица. 0 разделить на 6 равно 0. Так как 0 умноженное на а равно 0. 0 разделить на 2 будет равно 0, так как 0 умноженное на 2 равен 0. 0 разделить на 5 равно 0, так как 0 умножить на 5 равно 0. 0 разделить на а равно 0, так как 0 умноженное на а равно 0. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.